В смысле, а чё он блондин так? Ну, потому что DOS-версия. Блин, там был логотип разрабов, это что, те же чуваки, которые Лоудранер делали? А я не помню, кто Лоудранер не делал. Там он был в начале значочек. А, да-да-да-да-да. Ну, да, сюжет скинул, нихуя себе, спасибо. А, так это ты скинул, вообще ништяк. Пользуйтесь. Так а сколько этот-то уровень? 12. 12? Да. Бравян, ты больше половины прошел, гораздо больше половины. Ну, только 12-й. Так изи же, я говорю. 12 длинные, там... Две части и... Действие игры происходит в Персии, султан находится на войне, в его отсутствие великий визирь Джафар пытается захватить опять трон. Опять Джафар, где Джафар и все пидоры? Джафар схватил принцессу и дал ей часто размышления стать его женой или умереть. Герой игры – истинная любовь принцессы, он должен сбежать из тюрьмы и спасти ее до того, как стечет этот час. А где еще Джафар был какой-то тоже? В Владине? А он тоже там был злой? Да. Пиздец, вот сразу, по-моему, понятно, если Джафар, то нельзя доверять. Вот он. Ну, давай посмотрим заставку. Пока идем. Так. И ушел, блядь. А сколько пиздец, дьявол, блядь. Он наколдовал. Часы. Женись на Джафаре, умри за час. Все надежды принцессы, тебе... Упали на плечи, да, это... Литл Даши, но... Из вроде признан Джафар за... А, типа... А, типа я еще из тюрьмы убегаю. Да. А что это тюрьма, где дверь не закрыта? Что это тюрьма, где, блядь, дверь открывается плитами ножными? Ну и чтобы убежать из тюрьмы, тебе нужно уметь ходить. Побегу Шоушенка, блядь. Нет, тюрьма. Камер нет, просто нет препятствий. Время пошло в гости отправиться. Давай посмотрим дуэли, как она пиздится нормально. О, ничего себе. У меня не получается, я когда парирую, сразу бью. О, так получается. Принцесса. О, так тоже я умею. Какое-то тело. Там тигр. О, нормально. Да, у каждой принцессы в Персии всего ручной тигр. Я обычно на труп попрыгал. А, все, дальше не покажут. Фух, поехали. И присел, блядь, и сиди. И чё подольше посиди? Гид, закрой вот это окошечко. Ага. Вот она там на другой муник залазит. Ну, надо Канчи забанить опять. А что такое? Да, блядь. Бесит? Ну, он капсул. Да, блядь, ну ладно, похуй. Ничего страшного. Это первый уровень пока. Ну, ничего страшного. Все впереди. Спидран танцует, пошли. Бу-бу. Не нажал, да? Не надо, нужно потом на обратном пути. Пим-пим-пим. А если тебя не будет ставить? Ты же у него меч украл, как он теперь станет. Ему стыдно теперь. Ну правильно, пусть лежит. Пройдем за час, пройдем. Выбора-то нету по-другому не пройдем. А
понравилось, видимо. Кто развлекается, Пукс или Кит? Да кто ж его знает? А, я Пукс вон это. Да блядь. Ёбаный принц, ты можешь, блядь, нормально ходить? Чё, блядь, зеровки? Отлично. Давай, время ты, блядь, идёт. Вот они специально это делают? Давай, ты же знаешь, как, бро, если ты вот не проходишь сегодня принца, тогда ты весь остаток дня будешь ходить так же, как вот он ходит. Согласен. Вот так вот, типа так. Рывками. А можно еще прыгать будет так же, как он, на корточку? Да. Спасибо. Тогда вообще ништяк. Тогда я специально сольюсь. Нет, не нашли дубль, это было мощно. На тоненько. Да-да-да, очень тоненько. Если Бравян пройдет принца за час, он же не подтвердит звание бога хардкора. Он зовет тогда звание бога хардкора обратно. Обратно, да. Я все правильно делаю? Да. Сюда подошел. Бах в пачку. Бах еще. Это тайминг. Бах. Ну все равно, по-моему, батл тот самый топовый пока что был. Батл тот сейчас охуительный стрим. Я так кайфанул с прохождения. Я давно так не угорал, не въезжал с батл тот. Бля, аж еще раз захотелось. Да, потом пересмотреть. Стрим, не забудь потом пересмотреть. Там очень весело будет. А где сосуд большой? Дальше. Ну, зигзагом наверх подниматься. Подожди, не стоит. Вот эта штука, это... Нет, здесь не подходит. Бах, я первей. Ну, смотри, здесь маленький, здесь. И вон подвижки такие. Да, блядь, давай еще раз. Да, короче, вот эти вот. Мне кажется, вот это вот. Бах, прям в рот. А, да, беленькая. Здесь белого нету. Вот она. Нет. Чё-то летит, по-моему. Ай, блядь, пидорас какой. Вот еще видео. Один раз всё, почему сейчас? Ну я тебе говорил, потому что не стой на краю, ты все время стоишь на краю. Первая смерть всё, вообще нормально. Ночью лягух? Нет. Ого, я нашла. Мы их утром прошли. Да, утром. Да, ты будешь как этот, как в боксе, перед каждым боем звоночек включать. Ай, блядь, ах, ты дорос. Клипов с батл-толсом делали. Отлично. Я успел вытащить. Где? Я хочу клип по батлтоцу. Ты их же не видел, небось, нет? Не, мы не видели ни одного. Да мы и так все видели вживую. Бля, эти комбинации, конечно. А здесь провалит спал, да? Да. Иди, вот, бухни. В группе стримера 73. А дайте мой телефон. Где-то вот. Да. Спасибо. Стример 73. Смотрим стрим на стрим. Угу. Смотрим стрим. Ну, слушай, мы почти сидели, не смотрим. Весь обломик этого. Танков. Черепах не кашка. Ну да, я вот эти еще собираю. А я вот, кстати, присоединила, сейчас я сделаю. Так, тогда еще найду. Ну, вот где желтый. На самом деле не очень хочу. Ну, блин, представляешь, бегать по темнице и каждый неверный шаг это, блядь, мучительная смерть обшипы. Вот. Такое себе удовольствие. Это где? Вот. Чего ты не бьешь синие бутылочки? А они не очень, по-моему. Да? Ну от них плохо, да, будет. Да. Окей, вот это еще.
зарашил через тебя. Ничего, первых еще не подходил. О, смотри. Блядь, ты серьезно, алло? Как их разбираешь, я тебя накидываю. Блядь. Да, тут бирюзовых много. Мне кажется, я слишком медленно убиваю, из-за этого мне времени может не хватить. Или нет? Там, по-моему, на самом деле время дофига дают. Ты что, гид там? Нет, не гид, Вискрал, ты что? Ну подожди, за паузу, Брэн. Ну, можно водички налить? Есть ли водички? Лично. Я уже смешно, что-то. Я птица, ты тоже вам почерк, ты не расскажешь. Ты там везде больше. Да, естественно, сегодня вечером, ночью и завтра. Спик, ты машешь. Столько бил, ни разу не попал. Может, тут, что-нибудь, давай что-нибудь придумаем. В смысле, клип? Да. Бля, как топово было. Я знаю, что это делать. Черт, что-то желтый черт, короче. И сам, ты помнишь, что мы так еще вот с таким аутизмом мы еще и прошли с первый раз? О, смотри, еще что-нибудь придумаем. Еще что-нибудь придумаем, давай. Повезти эту штучку. Ну да, уже как-то. Давайте уж всем показывайте. Ну ладно, да. Как? Держитесь. Сюда иди. Нет, не здесь, сюда. Знаете, кинозал 73. Не можешь бесить ленчика? Я понял, уже стал цветы. Брат, ты будешь забивать его? Да я-то не забиваю, я... Ну, давай, я вот что придумал. Че, давай еще раз, смотри. Нормально вообще. Геноцид такой. Просто морально изнасиловать. Вообще. Первые несколько уровней были пройдены только так. На палку насадили. Давай что-нибудь придумаем, блядь. Ага, ничего. Бля. Ну что, опять вставай, что ли? Там еще что-то? Там до хера. Сегодня всего, да. Я сейчас придумаю всего явно. Фичерс. Это уже мейнстрим. Я секунд 7. Ты знаешь, что я кинули? Ой, блядь, я урон получил. Вот он. Шесть какая. Ага. Держи. Ну ты фишка, сдержи, ничего, ничего не придумай. О, нормально. Бах. Ты охерел? А где там? Там бегиди есть в чате?